Грачи везде, грачи. Сухая березка стоит. Показать, залез я на башню, как говорят, с высоты птичьего полета. Показать, как Колесников Никита Андреевич пасет. У меня белая корова впереди идет. Всегда есть такая заводила. Первая идет, это легкая, привязал там максимально. Дальше у него овечки идут. Я несколько раз прерву, потом соединю. Вот они на первый мостик заходят. Скрываются. Овечки сбоку, справа. И он сзади там идет. Он меня, конечно, не видит. Ну, будет рядом проходить, я подойду. Вот какая окрестность. Такое заря называется Околок. Там мой отец дежурил с одним паховым. Там волки напали на собак. У нас был волкодав такой. Он один с двумя волками боролся. Марс. Такая окрестность. Лага. Видно, где тень падает от облаков. Это Костровый пруд. Вот он. Ну, а это у нас тут, где мы молились. Дальше тут столбы идут до Корчина. Сейчас, ну, к пасынку две скрутки. Болгарка одну скрутку перерезает, столбы наклонились, провода воруют и уходят. Это люди, которые не верят в Бога. Не верят в Бога, все позволено делать. Все. Быть добрым невыгодно. Знаете, Околки далеко, которые вот ближе. Я не показал здесь. Вот это костер. Вот он, где костер. Также крест. И здесь точно так же, где молимся. Потерял. Это я стою прямо рядом с лагерем, почти что. Это второй день, 14 сентября. Володя вчера повредился. Василий пришла, стряпает. Я пошел на огородчик, два ведра помидоров набрал. Это вот волейбольные ворота наши играют. Это футбольные. Тут гоняли, когда лагерь был. Лагеря больше такого не будет. Не будет. В этой обстановке абсолютно невозможно сохранить его. Пишут инструкции, по которым надо жить. Никогда этого не было в мировой практике. Как живут рабы? Лишь бы не умирали, плодились и работали. Как живут? Что позволяет
варят, едят. А чтобы везде все, микробы заразиться, это может. А вот они там микроскоп, наверное, один на двоих, на троих дали и смотрят, можно нет, купаться в пруду. Да кто когда спрашивал купаться? Вода есть и купаются. Нормы написали, нормы, притом временные. Эти нормы, все законы государственные, конституции, все это временно. Был Советский Союз, все статьи отменили, по которым судили. Вчерашние зэки, как отец Глеб Яконин, ну, теперь депутат Верховной Думы. Думу. Какую должность занимает везде Николаевич. Диссидент. Я не об этом бритом профессоре в галстуке говорю. Этого никогда не тронет никто. Это разные Осиповы. Вот. А это вот показать можно даже. Вот это растут на нашем пруду. На лагерном. Где купаются. Никого больше нет. Это старые коровники.